HSBC продолжает сражаться за то, чтобы сохранить пятое место в первом дивизионе. И чтобы это сделать, HSBC нужно набрать хотя бы одну очку в матче с Ордео, который по-прежнему в черной форме играет, Ордео в синей. У HSBC сегодня это МРТС поражение со счетом 3-6. У Ордео МРТС победа. Эти команды матча с тринцами, то МРТС является номинальным чемпионом. Получится по игре, а сейчас Ордео выходит вперед. Наших учеников. Ремнев один на один. Просто выносит меч. А, нет, показывай, что забрасывал на ринг. Хорошая скидка нашего Чикова. Отлично исполнил роль столба. Взглядом мяч проводил. Наши учеников. Для HSBC все-таки пойти бесплатно. Пятое место в первом дивизионе отправляет команду в серебряный. Престижный трофей дают пробиться. Борец показывает, что готов мяч принять. Бросает мяч руками. Это не амплуа лукомника. Главой HSBC. Ваня управляет своим ударом. Ваня,
Еще одна хорошая атака на РДС. Здесь игрок на паркете досталось ему, но... Сам. РДА возвращает мяч сейчас в резин. Борец тут как тут, подталкивали его руками. Второе нарушение на РДА. Мощный удар Габарца, но... Если я буду говорить все как есть, будет очень печально. Хорошо еще защитник. Давил вообще становится все более важным элементом в игре на РД. Ну, не нашел еще. Не был хотел сейчас нанести борцу травму, но ногу разогрел ему неплохо. Чуть меньше 2 минут до перерыва. Шивочников. Дачу сделал хорошую, но... Ремнёк. Пытается теряться штрафной соперника. Левый фланг сейчас совершенно не загружен был по ключам PC, поэтому хотел просто пространство, ширение атаки, дали мяч защиты. Кремнев. Секунд. 15 секунд до перерыва. РД продолжает свое преимущество. Все. Такой перерыв. Пошел отсчет. От 10 минут. Столько остается до завершения наших соревнований. И HSBC по-прежнему нужна хотя бы ничья для того, чтобы
пойти на лес, сохранить за собой пятую строчку турнирной таблицы и отправиться не бронзовый, а в серебряный ход, который будет разыгран через неделю. Пока сейчас BC проигрывает 0-1. Во всем остальном, кроме счета, игра абсолютно равная. У тех, кто любит в первом тайме, были моменты. Ударов опасно, потому что было даже больше, чем BC. Кубников не коснулся мяча, так что это... Сильный получился пас пяткой. Нашивочников Ремнев. Вот теперь у Габарца будет время подумать, что делать дальше. Никто его не прессингует. Борец лук подустал, Ковников на месте. Долгий мяч. И до этих ворот не доходил. Он опасный. Ну, благо, это не так. Не удержался от соблазна. Три в два. Партии еще должны двигаться игроки Нарды. Но хватило и такого. Полупят. Наши учеников был близок к тому, чтобы отличиться. Хорошо, попытка нет, уже не будет. Высокий прессинг сейчас у HSBC. Не сразу удается из-под него выйти. Угловой, ну, со стандартом, может быть, получится.
Ников быстро начинает атаку. Желтая карточка. Борец не сразу бьет. Левый фланг свободен. Численное преимущество у Нардеа. Снова мимо. Пора уже забивать третий. Гарантировать победу. Шевичников хорошо ушел от Вики. Два мяча можно отыграть уже в последнюю шестую минуту, а еще до остается полторы минуты игрового времени. В первом матче HSBC Крис показывает, что может сам для себя создавать момент, для того, чтобы его забивать. О, оставляет. Удар великолепный, точно в ней. 1-2. И играет еще полторы минуты. 8-18. Еще один гол нужно HSBC, чтобы вернуть себе пятое место и играть в серебряную. Шесть секунд чисто игрового времени. 20 секунд до конца. Внимательно сейчас смотрят игроки МРТС с этой встречи. Борец, возможно, последний шанс сейчас. Получилось. Было просто ничего не стоять. Ворота случились. И все.
Внимание, ввиду неявки команды «Капитал»...